Книга «Открытым оком», том 3, тема «Политика», вопрос 1151. Как можно уничтожить то беззаконие, которое творится в школе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Бытие, 19 глава, с 24 по 25 стихи. Цитата. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли